Всем привет, привет, вы на канале Маргуштова, и сегодня вы меня спросите, почему RPG книги один. Потому что тут появился новый секретный скин на Хэллоуин. Да, скоро Хэллоуин, и добавили новые скины и украшения. Вот такие новые скины, Плиги и Тыквенные и Ворон добавили. Чтобы получить секретный скин, нам надо выбрать именно главу лес. Так, ее выбрали, и надо выбрать плеера, потому что с плеером легче, чем с другими. И мне так не повезло, что когда я выбрала плеера, меня выбрали Пигги. Поэтому я быстренько прошла все. А точнее, вот такой вот у меня скин с этой тыквой. Вот здесь вот надо будет поставить все свечи. Так вот, и я всех убила. Их было всего лишь 2 игрока. И началась следующая игра, но она была с ботом, и это очень сложно. Вот здесь спрятана первая свеча. И да... Сейчас будет очень сложно с ботом, особенно игроков мало. Так вот, и я поставила эту свечу, точнее, если нажать ее, она ставит сама сюда. И вторая. Вот здесь такая вот записка, перевод оставлю в описании или в комментариях. Вот вторая свеча. И вот третья свеча, она под этой палаткой. И надо их поджечь всех вот этим огнем. Перед тем, как получать лед. Так вот, мы подожгли всех их, и открылся портал. И оттуда вышел этот твой скин, который может тебя убить. И я как-то с ботом увела его в этот портал и прошла главу, прошла эту карту. Она очень сложная. Ну, вот вы получили этот секретный скин. И вот так у него джампскери. Ау, тыквенные пиги вот так. Это звучит довольно смешно, но все.